Дамы и господа, в связи с тем, что последняя партия автомобиля «Лада Калина» скислана в складе, мы представляем новый автомобиль «Лада Приора». «Лада Приора». «Хапни горя». «У тебя вместо погон печеньки». «А у тебя одна футболка на 4 фильма». Лично я сам, дорогие друзья, никогда не сяду за руль этого автомобиля. Почему? Потому что я уже один раз был в коме. Если ваша машина заморалась, нужно прижаться к ней попой и протереть. Если вы являетесь настоящим мужчиной, хорошо сгибаете руки в локтях, то вас не должно напугать то, что в багажнике спрятана семья таджиков. Вообще-то мы китайцы. Одному богу известно, где у этого автомобиля вмонтирован вот этот портативный бортовой компьютер. А заводится она с помощью специального слова. Пожалуйста. Овца! А вот завелась. А почему у нее слово корыто или дебель? Сколько колес у этой машины? Четыре. Четыре. Побрейтесь, три. У машины нет дворников, поэтому, когда идет дождь, вам нужно сделать рукой так. Джинь, джинь. Потому что руки у главного конструктора растут не отсюда, как у всех, а отсюда. Из-за этого эту машину приобрел пока лишь только Влад Сташевский. Он сейчас за рулем. Меня еще помнят. Кто такой Влад Сташевский? Эта машина разработана для наказаний. Поэтому наказать Сташевского! Пытается выбраться! Затолкайте его обратно! Не дайте ему вылезти! Пусть в России останется одна беда. Дороги!